Чувашии возбудили уголовное дело в отношении двух жителей республики за незаконную организацию игорного бизнеса. Предположительно, в период с июля прошлого года по январь этого подозреваемые организовывали азартные игры в Чебоксарах и Новочебоксарске. Для прикрытия незаконной деятельности салоны работали под видом офисов для майнинга криптовалют. Обвиняемые получили доход на сумму более 2 миллионов рублей. В марте незаконная деятельность злоумышленников была пресечена. В ходе проведенных следственно-оперативных действий были изъяты более 20 единиц компьютерной техники, денежные средства в сумме более 100 тысяч рублей, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение по делу. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.